Но близится вечер, думаю, мы пойдем погуляем, что-нибудь новое для вас снимем. Ну что же, так как сегодня мы не собирались в дорогу никогда. В общем, сколько лет я бронировала на букинге жилье, и такого не было никогда, ни разу. Идем по улице Шмидта в сторону Таганрогской набережной. Вечерняя прогулка. Я тут жила. И я бы тут жила. Да. Прикольно. Свернули с улицы Шмидта в сторону набережной. Сейчас мы выйдем сначала на ее более старую часть, менее облагороженную, потом дойдем до казачьего куреня. И там уже пойдет более облагороженная часть Таганрогской набережной. Ой, подождите меня, подождите. Тусовочная часть, хотя тут тоже вон есть гостишки. Ты думаешь, что это гостиница? Да, я думаю, что это гостиница. Ну или что-то такое, ну явно туристическое. Народ фоткается на закате. Реально красиво. Какой симпатичный гостевой дом. Виста. Интересно, сколько стоят тут номера? Вот в таких домиках, ага. Очень интересно, прикольно, мне нравится. Этого не было 2 года назад. Точно, 100%. Я так понимаю, тут еще все строится. И еще будет строиться дальше. Так вот, года через 2 снова не узнаешь это место. Ой, что-то я падаю. Ну вот и солнце садится. Мы идем гулять дальше. Да, тут еще все только строится. У этого места большие перспективы. Я думаю, набережная будет продолжаться. Осталось только дорогу сделать. Не такую вот, а нормальную. Под открытым небом кино. Каждый день в 20:30. Возможно, бронь столов. Возьми с собой. Интересно. Thank you.
Так, ну мы тем временем дошли до первого увеселительного заведения. Это еще до казачьего куреня. И как это называется? Что, фишка на Таганрогской. Интересно. Фишка, то есть а-ля рыбный ресторанчик. Но к ценам мы подходить не будем. Или подойдем. Мясное сорти. Овощное сорти. Ну, как-то так. Столовая «Кедр», домашняя кухня, обед от 160 рублей. Какое уютное местечко. А, это было Али-Баба кальянная. Точно, мы ее видели еще 2 года назад. Прикольное место. Да, это лоханулись. Так, а вот и казачий курень. Мы дошли до основной части Таганрогской набережной. А вон там вон были танцы. Наверное, сегодня будут с детьми танцевать. Реально, живая музыка, тетенька поет. Калова тут, конечно, на любой вкус. Фиш спа 250 рублей. Аттракционы работают, надо же. Ну, я думаю, что, наверное, на сегодня все, потому что уже темно. Я вообще не знаю, что получится из этого видео. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот такого нам будет Таганрогского залива. Даже не знаю, слышно меня или нет.